Каякан, а в душі будь-яке нарочі, це віддяні качі. На берегу любимой речки Канкеме вновь собрались ивенки на свой ежегодный праздник Бакалдын, встречу Нового года по ивенкийскому календарю, когда средний мир Дулинбуга пробуждается и все вокруг расцветает, когда сама природа радуется этому празднику. Мы, как люди, поклоняющиеся реке, мы проводим всегда на берегу речки Канкеме. И вот третий год на этом месте уже проводится. Это очень хорошее место. Ну, всем нравится уже, место уже все знают. Но самое интересное, хочу сказать, что вот 2009 года по инициативе Эвенко-Фалданского района у нас, значит, стало традицией проводить ответственные, назначать администрации районов. И вот с этого времени, да, 2009 года, начал Алданский район. И так эстафета придет от района к району. Очень хорошо то, что район включает в план своей работы, предусматривает средства, силы, людей отправляет в командировку. Все это готовится здесь. Это очень хорошая традиция. Поэтому наш праздник имеет поистине республиканский уровень. И проводится очень хорошо. Мы всегда благодарны главам районов, которые очень ответственно подходят. Значение праздника Бакалдын для всех, для современного ивенка, оно очень важно в том плане, что человек ощущает себя частью большого, великого, древнего народа. Это очень важно, потому что сегодня именно вот приходят те люди, которые... Вот, а вот у меня там бабушка ивенкийка, да, у меня там мама с такого района. Это очень здорово, мы этому очень радуемся. И очень хорошо то, что расширяется география наших районов. И если мы раньше говорили, традиционно там Алданский, Оленёкский, Жигянский, да, ну вот эти перечисляли районы, то теперь к нам присоединяется Вилюйский район, Амгинский район, совсем... У них есть все основания, исторические факты, что они исконно проживали на этих землях. Вот Амгинские ляги, да, это наши венки. А затем, значит, у нас в Вилюйском районе. Угуляцкий наслег уже сделал всю необходимую документацию для того, чтобы их наслег признали национальным ивенкийским наслегом. Но пока решение за правительство республики. Вот и Нюрбинский район сейчас тоже коренные нюрбинские ребята. Вот они прямо через суд доказали принадлежность своей к ивенкийскому народу. И там тоже вот будет наша ассоциация работать. Это очень здорово. По обычаю ивенков праздник Бакалдын начинается с традиционных обрядов. С приветствия через священного оленя, когда хозяева старейшины здороваются со всеми гостями. А по представлениям эвенков, каждый человек должен пройти обряд очищения чечепкавун, чтобы сбросить с себя весь негатив, накопленный за прошедший год. А затем идет обряд завязывания ленточек хулганни, чтобы продлить нить своей жизни. Один из самых важных обрядов – обряд кормления огня имты. И, конечно же, обряд умасливания священного дерева эвенков Савекмо, который символизирует три мира, чтоб был добр к хозяевам и их гостям, чтоб благословил праздник встречи Нового года. Дорогие эвенки всей нашей республики, наши сородичи сегодня справляют свой Бакалдын, праздник встречи Нового года, праздник встречи Нового солнца. И мы с новой силой уже в этом наступившем эвенкийском году будем осуществлять те самые мечты и чаяния, которые мы наметили себе вот на этот год. Мы уже с 2 часов ночи начали провожать старый год, старое солнце. Потом мы в 3 часа увидели восход нового солнца, нового эвенкийского года. И мы сделали очень много обрядов, чтобы наши дети стали успешными взрослыми людьми, чтобы они нас заменили в будущем, чтобы они были, все эвенки, чтобы были счастливы. И мы провели такой прекрасный обряд в
встреча Нового года, нового солнца. На Бакалдыне собралось очень много гостей, и все с замиранием сердца ждут торжественного открытия праздника, который начинается с поднятия флагов. Нынешний Бакалдын посвящен году детства в Якутии и году семьи в России. В прошлом году на форуме женщин Севера председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко отметила, что во всей стране есть очень гуманный закон, который называется «Кочевая семья». И это в республике Саха-Якутия. Давайте поздравим наших оленеводов, и кочевая семья является для нас основой защиты коренных малочисленных народов. Во время торжественной церемонии вручаются награды тем, кто внес большой вклад в развитие национальной культуры ивенков. И на сей раз одним из награжденных был идейный вдохновитель, организатор Бакалдына и других ивенкийских праздников, председатель Совета старейшин ивенкийского народа Российской Федерации Иван Михайлович Атласов. Я преклоняюсь перед Иваном Михайловичем Атласовым. Это действительно человек, который заложил основы этого большого-большого мероприятия. И он дает возможность передавать свои знания, свое понимание истории, культуры молодому поколению. Иван Михайлович, мы просто наш скромный подарок, маленький телевизор, хотели бы лично вам вручить от нашей компании. Будем общаться, будем взаимодействовать. Удачи и крепкого здоровья, Иван Михайлович. Добрый день, дорогие сородичи. Ивану Михайловичу вручит Миролон. Я скажу буквально несколько слов о значении этого украшения и в то же время знака отличия. Он пришел к нам от ивенков в Томской области благодаря Вере Александровне Дудкиной. Миролон носят уважаемые, авторитетные наши сородичи. И Иван Михайлович является одним из таковых. Более 40 лет был тружеником, инженером-строителем буквально в северных районах нашей республики. И четверть века является идейным вдохновителем национальных ивенкийских праздников Бакалдын, Синилген, фестиваль Строганины. И является кладезем многого, мудрого, вечного. Еще раз разрешите всех поздравить с праздником, пожелать всем самого крепкого здоровья. Одной из постоянных традиций Бакалдына стал зрелищный парад делегаций из районов республики и столицы. Все участники парада в красивых национальных костюмах, все радуются приходу лета. На правах организаторов праздника шествие открывает Булунский улус. Мы подготовку нашему национальному обрядовому празднику Бакалдын начали еще с февраля месяца. Поэтому, конечно, очень много финансовых затрат, очень много материальных затрат. Но самое главное, значит, здесь все наши села нашего района, все наши общины, вот, все наши сородичи и земляки приняли самое активное участие. Поэтому я думаю, что сегодня наш праздник, вот, Бакалдын, удался. Вот, вы видели обрядовое открытие нашего праздника. Вот. И здесь очень большое участие принимают наши молодежь, дети. Вот. От мала до велика сегодня мы на этом празднике. Мне хотелось бы поздравить всех наших земляков, сородичей с этим национальным обрядовым праздником Бакалдын. Действительно, после долгой полярной ночи, после холодных морозов и пурк, мы вот сегодня вот на этом празднике как бы встречаем заново лето, восход солнца. Значит, здесь сегодня мы собрались для того, чтобы встретиться со своими земляками. Ну и желаем нашим всем жителям республики
вот сегодняшнего нашего праздника взять самое хорошее, самое прекрасное, чтобы вот эти наши сегодняшние пожелания воплотили в жизнь. Желаем всем здоровья, удачи, успехов и благополучия. Как вам праздник? Об этом расскажите. И как у вас в Булунском районе там работает ассоциация коренных малочисленных народов и как сохраняют национальную культуру, языки, народы там проживающие? В этом году проводим мы, Булунский улус. Погода, как видите, ветреная, как в Булунском улусе. Мы с собой частичку с Ледовитого океана привезли, я считаю. Мы ждем реализации мастер-плана Тикси-Найба, агломерации Тикси-Найба, что позволит нам уже развиваться семимильными шагами. У нас работала проектная группа, и в апреле 2024 года и объездили, общались с населением поселка Тикси, общались с населением поселка Найба с целью того, чтобы узнать, какие чаяния, какие моменты учесть при развитии. И что мне очень понравилось, упор в основном делается не на то, чтобы именно просто промышленность пришла и все, а именно с учетом интересов местных людей. То есть как сохранить традиции, как сохранить охотугодие, пастбище, чтобы вот эта индустриализация не затронула основные коренные традиционные отрасли. Константин Васильевич, скажите ваше компетентное мнение о венкийском празднике Бакалдын. Я не первый раз нахожусь здесь на празднике венков Бакалдын. И каждый раз ассоциация находит чем удивлять. И каждый раз все масштабнее, масштабнее. И в этот раз тоже не стал исключением. И мы видим, что с каждым годом праздник все более обширным, объединяет все больше людей, много представителей других национальностей. Долганы, эвены, чукчи и многие другие. Поэтому эвенки в хорошем смысле слова нам всем народам Севера показывают пример объединения не только эвенков, но и всех людей, всех разных национальностей. И мы учимся у них. В этом году приезжал наш президент Всероссийской ассоциации Григорий Петрович Литков. Мы при разговоре с главой республики Саха-Якутия Асеном Сергеевичем Николаем также затронули тему проведения национальных праздников. В первую очередь, конечно, мы как пример привели Бакалдын с тем, чтобы наши национальные праздники финансировались с государственного бюджета, с тем, чтобы, допустим, на Бакалдын при поддержке республики Саха-Якутия мы надеемся на будущий год пригласить арачонов и хэджи из Китая. То есть и Асен Сергеевич выказал свою поддержку, сказал, что будет такая поддержка, и на будущий год уже будут предусматриваться средства в государственном бюджете на проведение национальных наших праздников, в том числе Бакалдын. Праздник Бакалдын посетили сородичи из далекой Эвенкии. Я Владимир Хоменко, Эвенкия, поселок Тура, столица Эвенкии, географический центр России, это прямо самый пуп страны. Эвенкия, да. Здесь я нахожусь впервые, на Бакалдын приехал, поэтому... Но раньше я здесь был далеко-далеко в юности, когда танцевал в ансамбле «Астакан». Мы проводили здесь один из фестивалей северных, это в Якутске проходил, 87-й год, по-моему. А скажите, а у вас в Эвенкии такие праздники проводятся? У нас проходит праздник Мучун, Эвенкийский Новый год. Тоже он как бы из двух дней, с ночевой, то есть народ, костры, чумы. Праздник, песни, то есть кухня, как сказать, дефиле родов, костюмов. Ну, красиво. Ага, а с языком у вас как там обстоят дела? Ну, скажем так, хотелось бы лучше. Наверное, как и везде, к сожалению. Но делаем, делаем. У нас в этом направлении очень много делается. Но хочется же все сразу. Да? Понятно, что тебе потребуется какое-то время. Восстанавливаем, конечно. Во-первых, у нас на праздниках, на фестивалях подобных очень много молодежи. Это радует. Я был как-то у вас на юге Якутии, Нерюнгри и Енге. Вот там, да, вот там я видел то, что давно уже не видел. Поэтому подобные праздники, как Бакалдын, здесь надо проводить. Артур Иванович, скажите ваши впечатления вот вообще о поездке в Якутию и конкретно о нашем празднике. Ну, вообще, вот Бакалдын, я вот первый раз
на Бакалдыне. Ну, очень впечатлен, что здесь атмосфера такая вообще дружественная, что районы участвуют все фактически в этом. Это тоже очень важно, что каждый район по очередности организовывает вот непосредственно. Мы-то общественники, понятно, а вот когда районы муниципальные берут на себя вот эти вот вещи, это большого стоит. Артур Иванович, вообще вот в Красноярском крае, на ваш взгляд, как сохраняется национальная культура и эвенкийский язык? В какой стадии они находятся сейчас? Ну, вообще проблемы с языком, они на самом деле везде есть, потому как на самом деле вот молодежь плохо говорит. Вот старшее поколение, вот я вырос в тайге, да, родители оленёда, я говорю на эвенкийском. Дети, которые ну, уже в смысле, в поселке, в городе живут, конечно же, сложно. Мы в связи с этим разрабатываем региональная ассоциация, проект «Дю», вот, где переводчик вот, языков, искусственный интеллект, вот то, что у вас Николай Апросимов занимался, вот это, Аян, да, он сейчас в Красноярск переехал, в смысле, мы вот там вот такой проект, в смысле, будем проводить семинар носителей, учителей родных языков, чтобы через искусственный интеллект, смотри, в среду загнать телефон. Сейчас же дети в телефоне, сказки эвенкийские, там от этого. Потому что надо создавать таким образом, чтобы среда была как можно ближе к человеку. Вот тогда он заговорит. На Бакалдыне желанными гостями являются представители и исполнительной, и законодательной власти. Такая гордость появилась у меня. Почему? Потому что вот эвенкийский народ, по-моему, вот очень правильно передает свой культурный код молодому поколению. Я считаю, что это самое главное. Потому что ребята, когда участвуют в различных мероприятиях, соревнованиях, танцах и так далее, они вот принимают всю эту культурную ценность и дальше будут передавать как истинный представитель своего народа будущим поколениям. Я считаю, что это самая главная цель вот этого мероприятия. Вы депутат от Мирнинского района. Как там в эвенкийском поселке Сюльдюкарьи живут люди? Можете нам сказать? Да, у нас есть эвенкийский национальный садынский наслед, где проживают коренные малочисленные народности севера. Это мои сородичи, эвенки. Они стараются сохранить свои традиционные культурные ценности. Идет возрождение эвенкийского языка, а также культуры, самоидентичности, как единого народа. Кроме этого, у нас еще есть село Сюльдюкар, где тоже идет восстановление, скажем так, приобщение к нашей эвенкийской культуре. Конкретно у нас есть директор школы Оля Павлова. Она как раз у нас закончила Красноярский педагогический институт, где изучала эвенкийский язык. И она прямо-таки культивирует у нас в школе культуру, язык эвенкийский, то есть возрождение нашей, еще раз повторюсь, национальной идентичности. Я в первый раз на таком большом и праздничном мероприятии. Действительно, оно, скажем так, прям берет за душу. Столько своих соотечественников увидеть, сородичей, я прям даже не мечтал. Это и организация очень хорошая. И как было сказано ранее, в 27-м году эстафетная палочка будет передана нам, Мирнинскому району. И мы думаем, я уверен, что мы достойны ее, как говорится, возьмем все вот эти организаторские мероприятия на себя. Мария Васильевна, ваше мнение об эвенкийском празднике Бакалдын? Вообще, что он дает людям? Безусловно, праздник Бакалдын, он является одним из древнейших и одним из исторически важных не только для нашей республики, но и для всего мира, я так считаю. Да? Даже сказать слово просто праздник, это, наверное, скорее всего, будет очень мало. А скорее всего, это даже огромное событие, мероприятие, которое объединяет людей для того, чтобы вспомнить свой исторический код, также своих предков, ну и дать дань уважения природе и окружающим.
окружающему миру. Поэтому думаю, что такие праздники, они укрепляют духовно-нравственные ценности, а также укрепляют дружбу между народами. И считаю, что данные мероприятия, они должны проводиться ежегодно и проводиться с привлечением еще больших количества народов. Потому что мероприятие, вот Бакалдын, да, национальный праздник Бакалдын, он уже практически, я считаю, что он не считается только исключительно венгийского народа, а думаю, что это, наверное, всего всех народов, которые проживают на территории республики и также на Российской Федерации. Обычно праздник Бакалдын длится 3 дня. Вначале приезжают организаторы, которые обустраивают стойбище у Урикет, устанавливают чумы, палатки, а затем каждое землячество благоустраивает свою стоянку Бекит. И тут уж нет предела фантазии. Красивые национальные изделия из меха и бисера радуют яркими красками. Вкусная национальная еда. Каждый улус стремится показать все лучшее, что у них есть. Программа всегда обширна и разнообразна. Тут и различные спортивные состязания на любой вкус и возраст. И всевозможные конкурсы для детей, мужчин и женщин. И замечательные концерты эвенкийских ансамблей и вечера отдыха под открытым небом. Так что скучать некогда. Мені кисла нараттам, балерина мега джабатам, баяла мега раттам. Шой, буманнык тюмсю, айтариян холобара, кэлян көрсөллер, имбир биле. Ору-тору куттан бихеге маннык тюмсю бу Бакалдын джен стрейча джен боллага деде. Көрсюхер кэммет болан, көрсюхер джарбутна хашыгай. Буманнык айтариянар курук бар, болу туруқтарын нада тоға детер бихеге, кэлер көлеуіне бет, тылбутын ең холобара білбәппетте, хома йоқ ехен. Әлбәқті ұл онына ғаңарыды үйілден нады деген адым. Үксін қолыбыра қақалың ұчалың әнде, Антон әбенкебіт тұла болуаны үйілі бәйт қома еуқы. Я сама учитель венгийского языка, литературы. Закончила филологический факультет, отделение северной филологии. Конечно, проблем очень много. Дети, конечно, никто не знал до этого, никто не изучал. В нашем улусе язык никто не знал, не изучали, поэтому, конечно же, было очень трудно. Но если дети заинтересованы, если учить самосознание, что он эвенк, тогда дети воспринимают лучше и учат, можно сказать, с удовольствием. Меня зовут Мария Васильева, Алена Лугутан Хиджабын. Сегодня я хочу сказать, что я хочу сказать, Терияччилере терехин ото ещё батик саланынырар. Менем Элен Улухуттан жавын, Николаева Диана демин. Мен бе медик ерактакпин. Мен бу просто бирдик дулактыр бут браханиктергер күледи келе жавыт. Наха шөй терехин? Эдер жоңгода бу эвенки культуратын чөйдик биле билерге, көрөргө, көрөн биле тохтен болары. Әдір оғылырытын көрін. Бұл мәнік культуралақ бұт әбет, мәнік бұрағынік бар әбеттен білерлерін күна жөй бай едік. Мен атым Мария Стелярчиктен, бәйбі үйәе жаңыттан түріттәк көрді лұқтағы бұн, бұл Бакалдынген бұрағынік бастықы бұн үлжі бұн. Нәхәл бәқ мәнік жон түмсі түттен ұлыстен үйәребін, онна кенілер түрт ұжордарын, жарықтарын мәнік нүчілі тәқі вазабнавләйдан, барды мәнік тәриен, ұлықан кен әйгеға көрдірін, мәнік программатын ең көрдігітте, қолуырын аға ұлықан кен программалақ, бұрағынек үс күннәқ, бұ бұрағынекке келенген бұ қотығылу тыны, қотығылу ақсыны, істер кейі жалланар, кейі дәға үйерер, онтан бұ нәйчі күн тұран бедді, хатар бүгін үлбәтті қырады сылас, сайын сатылады, она хоторы ұйықтар ініне бұ маңдық бұрағынек тәрілі біте олыс және жүгей. Александра Павловна, жа үн ветеран бұғытынан бұ бұрағынек тұғынан тоқ дейханығыны? Бұ бұрағынек отто бігі кәға әтті да ғыразу бұ бақалдыңығы табы дәбін келер. Кумарыңын түхәлігінен наға үшігей болар. Бұйылғы хүрбәт өт сыллақ, бұлың ұлуға бұқатын наға тәрәхінне әқті күппіт. Тоғы дейтаққа, кенлері мен уахәтті әллаққа этнокультурнай сөнтірдер көрігілерігер Красноярскаға жәхәт жібітім лауреат өктігі атын мұнан кәлбіттері.
Олкыгыттар бары үлелі екенлер білеген. Кенлер потенциаллара, онна білі, терьер жоғырдара үрдіге сразу білілер. Онан болғаны бұ туаға барыта кейін халбек, онна көрілі бүтін күрдік қалла неме тұрам берді. Онан беге онна бұйылғы туаққы көрір бүтінен наға әлбек әдір үтчат. Онна олар балылар. Онан беге әбенкелер бақалдымыз үйеттен үйеға өссі бара сұрды. Три праздничных дня пролетают очень быстро. Конечно, всегда немного грустно расставаться, но мы говорим «До новой встречи! Бакалдыдала!»